Всем привет, дорогие мои, с вами Комнова Аня, и это VIP-новинки каталога 7 2024 года с 29.04 по 19.05 действия. Итак, нам с вами в этом каталоге обещают очень много новинок. Это, конечно же, в первую очередь крутая тушь. Ребят, тушь действительно крутая. Я ее нанесла, я ее помучила. Итак, и сяк. И могу сказать, что она действительно мега вау. И мне она очень понравилась. Приходит она вот в такой вот картонной коробочке. Стоимость у нее весьма бюджетная. Оформлена она очень красиво. Значит, это удлиняющая термотушь для ресниц. Она придает невероятную длину. Стойко держится весь день. Стойкость тут в каталоге указана аж до 16 часов стойкости, что очень интересно. Ей не страшны дождь, слезы и занятия спортом. Очень такой интересный момент. Дальше, значит, написано, что она окутывает ресницы особой пленочкой, заметно удлиняет их и приподнимает от самых корней. Да, действительно, это так. Мне эта тушь очень понравилась, и я еще с ней буду снимать макияжи. Дальше, значит, безупречная стойкость до 16 часов. Это я, конечно же, проверю позже. В любую погоду, ну, я даже не знаю, когда я это проверю. Значит, далее легко и без разводов удаляется чулочками теплой водой от 38 градусов по Цельсию. Создает оптический эффект распахнутого взгляда. Действительно, это так. И силиконовая щеточка легко прочесывает и разделяет ресницы. Да, это так. Так, дальше, значит, смотрим на эту тушь. Что мне в ней безумно понравилось, это то, что вот эта вот силиконовая щеточка, она слегка сужается, очень еле-еле заметно к центру, и внутренние реснички, ну, практически удобно прокрашиваются, да, значит, это первый момент. Второй момент, вот эти вот щетинки маленькие, они очень сильно грубые, и она, эта тушь, очень хорошо расчесывает ресницы. Также она у нас с вами идет прям мега-мега ультра черная, и действительно ей легко, очень легко сделать суперский объем. По поводу того, как она высыхает, значит, эта красотка высыхает слегка подольше, нежели другие. Если вы где-то лепнули на веко, то пока она не засохла, то есть я не дожидалась, пока она засохнет, да, то есть пока она не засохла, обычной мицеллярной водой я ее легко убрала. Будем пробовать по поводу стойкости еще. Пока что мне вот как привезли, я ее сразу нанесла и начала для вас снимать, как вы понимаете. И смывается чулочкой без разводов. Это да, оно так прямо есть, и можно просто ее смыть водой. Но все-таки на нашей коже с вами копится очень много всего, грязи, пыли и так далее, то есть себум. И мне бы хотелось, конечно, дать вам такой совет, если позволите, все-таки умываться с мылом, даже если тушь просто так смывается. Грязь-то с лица она никуда от воды не денется, конечно же. Поэтому очень пока что тушь понравилась. Артикул 5068. Удлиняющая термотушь. Тут еще можно будет просканировать код, пока он мне недоступен. Я могу вам сказать одно, что да, я ей буду пользоваться. И да, она мне больше понравилась, чем моя любимая тушь New Level. Прям реально больше понравилась. И я больше от этой туши в восторге. Прям намного больше. Хотя New Level у меня взято 3 штуки по карточкам «Твой бонус» в запасник. Вот так вот вам признаюсь. В общем, удлиняющая тушь 5068 прям мега круто, вау. Насчет того, как она сохнет, кстати, она высыхает не совсем быстро. Вот, она, кстати, очень хорошо наслаивается, но высыхает до конца, и классно вообще реснички действительно стоят, прям колом стоят. Ну, я думаю, что на видео вы это все увидели. В общем, здорово. И рекомендую. Тушь великолепная. Вы знаете, я туши люблю поругать. Дальше, значит, у нас с вами вышли новые оттенки нашей туши Miss Curl. Я вам говорила, что вот эта черная тушь с артикулом 56761, она мне нравится меньше, чем моя любимка New Level. И, конечно, с этой тушью по объему она не сравнится. Да, вот посмотрите. Но все-таки оттенок очень классный. У нее очень насыщенный, что коричневый. Такой вот у нее коричневый. Я могу сказать, что это темно-коричневый, но не черно-коричневый. То есть все-таки, да, по сравнению вот с черной тушью, разница, конечно, феноменальная. Когда она высыхает, она слегка темнеет, но все равно взгляд становится такой натуральный, прикольный. Мне мало, но те, кто любит натуральный макияж, им, конечно, это дело понравится. У меня же от природы темные ресницы, темные брови, и мне получается, что мне вот этого мало. 55 618 мне, конечно,
маловат оттенок. Я привыкла пользоваться черной тушью. Ну, я думаю, что коричневая она будет на любителя. Далее, вот с этой тушью я тоже поснимала видео. Я вам могу сказать, что она точно-точно такая же, как черная Miss Curl. Она также хорошо ставит реснички. Колом прямо реснички стоят. У нее такой же классный оттеночек. И могу вам сказать, что ее тоже здорово наносить и поверх ресниц, что тоже очень-очень радует. Но тушь 55-619 и 55-618, конечно же, сдает тушь 50-68. То есть вот эта тушь, она в два раза объемнее и в два раза лучше ресницы удлиняет. Вот, поэтому, ну, для меня лично разница в два раза, честно вам скажу. Я ждала, пока синяя тушь высохнет, ждала, пока я ее нанесу второй раз. Честно, подождала минут 5, сходила, налила себе чай и так далее. Но нет, такого эффекта я не добилась, как вот от этой туши. Но у этой туши обычный, очень хороший эффект. Я бы так вот выразилась. То есть ругать я ее не хочу, мне она понравилась. Ну, я думаю, в видео вы увидели, да, вот это вот различие и прям почувствовали его. В принципе, да, но мне кажется, можно и вот этой тушью нанести и поверх сделать реснички там посинее. И таким образом, почему бы нет, будет очень-очень даже здорово. Далее у нас с вами обновление линеечки Renovage. И могу сказать, что эта линеечка, конечно, очень клевая. Она идет 50+. У нее улучшенная формула. Эта линейка вообще, да, в априори, это идет на основе восстанавливающего комплекса из 5 пептидов. Я давно знаю и хвалю вот этот вот, это вот средство. Я его всегда наношу после длительных поездок. Почему я вообще наношу косметику преждевременно, да, то есть мне 40, а я иногда наношу 50+. Ну, во-вторых, я веду не очень полезный образ жизни. У меня очень много поездок в разные страны, города и так далее. Конечно, я и ночные аэропорты и так далее, очень много ночных перелетов. И моя кожа иногда дает реальные сбои. Несмотря на то, что я пью БАДы, но все-таки циркадные ритмы никто не отменял. Поэтому синергия 5 умных пептидов, как указано в каталоге, стимулирует выработку собственного коллагена, разглаживает морщины, активизирует клеточное обновление, повышает упругость кожи и обеспечивает лифтинг-эффект. Вы знаете, что я решила? Я решила пройти эту линейку сама. Раньше, в 35, я эту линейку могла подарить, и мне казалось, что это, ну, как бы не для меня. Сейчас я эту линейку хочу пройти сама и посмотреть. Почему сама? Потому что все нормальные дерматокосметологи с хорошим образованием говорят, если коже не надо, она возьмет, а если коже нужно, она преобразится. Так что я не боюсь наносить на себя маски для лица даже 60+. И действительно вижу изменения на своем лице. Ну что ж, давайте же будем смотреть. Ну, во-первых, это вот такая вот обновленная пептидная крем-пенка для деликатного умывания. Она реально мягко, но эффективно удаляет естественные загрязнения, остатки макияжа, себум и так далее. Она не оставляет чувства стянутости. Я ей умылась всего лишь один разочек сегодня, чтобы посмотреть, что в ней поменялось, но особых изменений я не увидела. Я раньше очень любила эту пенку, у нее остался такой сладковатенько, кисловатый, еле-еле уловимый привкус, как в принципе и был, только он приятнее еще стал, да? Вот, это во-первых, ну я так пока закрою. Тут прямо в этой пенке содержит восстанавливающий комплекс из 5 умных пептидов, которые работают во всех слоях кожи. Они стимулируют выработку собственного коллагена, разглаживают кожу и обеспечивают клеточное обновление. То есть вы умываетесь, вы уже ухаживаете за собой. Ну что ж, посмотрим. Так, дальше, что у нас идет? Давайте я буду брать, что под руку попалось. Значит, ночной крем Архитектор. Тоже очень интересно. Давайте смотреть на баночку. Артикул у него 6794. Он идет 50 мл. Срок у него, конечно, большой, 18 месяцев, но после вскрытия всего полгода. Этот ночной крем обеспечивает уход за зрелой кожей в течение ночи. Содержит комплекс из 5 умных пептидов. Хорошо на крышечке есть. Можно консистенцию посмотреть, прям белоснежный, как снег. У него точно-точно такой же аромат, как и у пенки, сладкий, нежный. Значит, тоже 5 умных пептидов. Также он обеспечивает продолжительное увлажнение, синтез собственного коллагена, и кожа становится более подтянутой, упругой и бархатистой. То есть, ну, в принципе, всем нам это и нужно. Так, давайте же посмотрим на его консистенцию. Божечки ты мой, какой он, я сейчас пока накрашена, но какой он нежный, ребята.
Вообще такая нежнятина. Ой, слушайте, у меня руки сейчас будут перепептидлены. Так, ну что ж, ночной крем посмотрели. В общем, красота еще та. Далее у нас идет омолаживающий крем для шеи и декольте с артикулом 6783. В таком вот тюбичке с закрывашечкой. Значит, открываем, наносим. То есть он тоже такой же вот светленький. Артикул 6783. Все тут идет для интенсивного омолаживающего действия. Обладает антиоксидантным эффектом. Формирует защитный барьер от негативных факторов окружающей среды. Вот, ну, для шеи и декольте в 50+. Это, наверное, самый чуть ли не главный крем после крема для век. Согласны, да, наверное? Вот такой вот светленький, приятненький. Консистенция от ночного крема, я не могу сказать, что она чем-то отличается. Ни запах, ни консистенция не отличаются. То есть такой же очень сильно приятный. Далее моя любимка до улучшенной формулы, то есть я ее брала. Сейчас будем смотреть. Значит, что указано? Повышает тургор кожи, делает лифтинг эффект, активизирует клеточное обновление, разглаживает, стимулирует выработку коллагена. Это сыворотка, активатор жизненных сил. Да, то есть такая, на мой взгляд, маслянистая она такая же и осталась. Значит, сыворотка повышает плотность и упругость кожи, тоже ее подтягивая. Сыворотку мы наносим до дневного или до ночного крема. Ее нужно наносить и утром, и вечером под дневной, и под ночной крем, и под крем для шеи, декольте и так далее. То есть, чтобы пройти программу, сыворотки, я так понимаю, нужно две штучки. Значит, пипеточка. Сама она стеклянная, хотя остальные баночки были пластмассовые. Но это стеклянная, то есть так вот она набирается в пипеточку. Давайте же попробуем. Такие вот капельки. Ну да, она такая слегка маслянистая, прям не сильно, но чувствуется, да, когда много капнешь целую пипетку. Запах тоже такой же, мне кажется, и остался. Очень-очень приятный. Мне нравится эта сыворотка, она всегда мне очень сильно нравилась. И я прям проходила курсом, брала ее по 2, по 3 штуки и пользовалась по нескольку месяцев. Там на 2 месяца мне вот таких 3 штуки хватало от груди до линии роста волос на лбу. То есть я прям не жалею никогда кремов, понимая, что я не молодею. Дальше, дневной крем-архитектор. Мне вот очень нравится, когда кремы идут в таких вот тубах. Это, ну, меньше всего соприкасается с кожей, да, вот если ночной крем, вы будете, какую-то лопаточку нужно, да, лопаточки в составе нету, то тут, как бы, вот великолепно, что он в тубах идет, значит, 6778, это дневной крем-архитектор, кожа становится более подтянутой, увлажненной, бархатистой, и при регулярном использовании укрепляется и подтягивается овал лица, заметно разглаживаются морщины всех типов. Давайте же его посмотрим. Давайте прям на сыворотку. Ой, он тоже такой же белоснежный. То есть, да, бывают кремы там желтенькие, консистенции интересные. Этот нет, этот такой же беленький, как, в принципе, и все основные. Ну и, конечно, одно из главных составляющих. То есть, видите, крем для век мне как будто бы и не достался. Так, надо поискать другой круг. Да, крема для век у меня пока что на данный момент нет. Он, наверное, выйдет в следующем обновлении. Или еще пока что недоступен в VIP-новинках, я не знаю. Но он не пришел. Но пришел вот такой вот восстанавливающий тоник для лица. Он идет реально восстанавливающий. Я им очень много пропользовалась. Может быть, 3 или 4 года старой версии. Этот тоник, он активизирует процессы обновления, восстановления кожи. Очищает и освежает ее. Сохраняет естественный pH-баланс. Содержит комплекс из 5 умных пептидов. То же самое. Он омолаживает, увлажняет, разглаживает морщины, запускает процесс клеточного обновления и подготавливает кожу к последующему уходу. Он у нас с вами идет сейчас вот так вот удобно. Мне вот это очень нравится. Ну и давайте капнем. То есть вот такая вот водица с точно-точно таким же ароматиком. Очень приятным. Можно нанести на ватный диск. Можно просто вот на руку и пошлепать по лицу, чтобы он вот начал что-то делать. Да, чтобы он начал подготавливать кожу. Даже выражение, да, есть. Помните, я вам говорила, крем без тоника, деньги на ветер. Далее выпущены 2 таких вот аромата. Тот и другой новинка. Первый для нее, Джемма, и второй для него. Агизур, или как-то вот так он называется. Я его, если честно, не очень запомнила. Мужу у меня этот аромат не понравился. Он идет с такой сластинка-горчинка, без свежинки. Он такое вот не любит.
То есть вот он сам идет аромат. Аромат этот восточный. Кардамон, марокканская мята нана и удовое дерево. Да, то есть это древесно-пряный аромат с нотами свежей мяты. Да, и вот этот аромат такой же. Муж сказал, что нет, он точно такой же. Он как бы не отличается ничем. Что он ему не нравится. Какая-то вот сластинка кислая, да, что ли, вот с толиками такими еле уловимой свежинки. Свежинки, можно сказать, и нету, да, вот честно сказать. И вот эта вот Джемма Эльфна, она у нас с вами идет с артиклом 35-35. И я Джемму Эльфна очень полюбила. Я этот парфюм вообще недавно для себя его открыла. Он мне понравился. Зеленый, легкий, приятный такой клевый аромат. Но так получилось, что у меня его сразу вот, сразу купили, как я вот сняла обзор. Приходили гости, им продай, 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 продай. И я его вообще-то, ну, как бы продала. Так получилось, что, к сожалению, я его открыла недавно для себя. И он мне очень-очень понравился. Это нежнятина. Он такой нежный, зеленый, цветок. Точный такой аромат, очень легкий, приятный мне показался. Тут же я прям ярко выраженную травку почувствовала. Вот честно, прям брызгаю и чувствую сначала какую-то травку, мох, а потом уже вот тут Джемму Эльфну. То есть я не чувствую того аромата наипрекраснейшего, как вот от этого, да. То есть он мне очень нравится, а вот этот я прям не поняла. Он не такой, он немножко другой, но тоже безумно мне понравился. Да, то есть тут прям зелень, мох, что-то такое вот. Арванту я сразу вспомнила аромат. Вот этот ближе туда, ближе к арванте. Я не знаю, может перепутали, но... Я ближе к арванте почувствовала запах. Ну, это мой нос так решил. Далее у нас с вами идет шампунь-бальзам 2 в 1. Очень такая интересная новинка. Вроде бы шампунь-бальзам у нас уже есть. Но тут написано, что формула улучшенная. Он идет 400 мл. Артикул 1931. Линеечка «Эксперт». Значит, обеспечивает экспресс-уход очищение и кондиционирование. Увлажняет, насыщает, питает. Придает шелковистость и блеск волосам. Также содержит гиалуроновую кислоту. И биотехнологический комплекс. Тут, значит, в составе входит экстракт плантона, крапивы, пыльцы, перца, яичного желтка, зародышей пшеницы, хинного дерева, цветов арники и пфафии. То есть состав такой очень сильно богатый. Давайте же посмотрим, как он у нас с вами выглядит. То есть такой вот светленький, жемчужный. Довольно-таки, видите, я ватку вот так держу, и вот оно только-только еще поплыло. Запах я чувствую какой-то еле-еле уловимой свежести, то есть у этого жемчужного кремчика, то есть он мне весьма понравился. Но я им помыла голову, конечно же, всего лишь один раз, это VIP-новинка. Обязательно поставлю его в ванную и подробнее расскажу обязательно о нем в своих пустых баночках, когда буду уже снимать пустышки. Далее у нас с вами выпущен кислородный профилактический ополаскиватель для полости рта «Экстра свежесть». Объем идет 400 мл теперь, то есть он стал больше. Он не содержит спирта, формула идет с активным фтором, артикул 2938, просто в новом формате. То есть он такой же сильный, термоядерный, как и был до этого. У меня такое дело очень сильно любит дочка, а муж очень сильно любит ротик там пополоскать, мало ли что к чему. Я, если честно, ну не оценила этот аромат, потому что мне вот щиплет все. Я не могу сильно вот таким вот прямо бешеным таким пользоваться, потому что у меня не получается. Артикул 2938, 400 мл. Ну, надеюсь, компания потом все-таки со временем выпустит и мне что-то вкусненькое, а не только моей семье. В общем-то, все вот эти вот ароматы мне очень нравятся. Он вкусный. Вот знаете, есть жвачка то ли Орбит, то ли Дирол, я уже не помню, вот эти вот, да, и они прям такие со сластинкой, с очень приятной, но сильно мятные, мы раньше их так любили жевать, мало ли что к чему, да, и вот это вот дело, конечно, очень сильно напоминает те жвачки, он на самом деле вкусный, но у меня мой язык не выдерживает, не щиплет его, но он реально очень вкусный, очень клевый. Далее, в замену предыдущим лубрикантам, выпустили теперь новый формат, новые упаковки, говорили, что будет точно-точно такой же состав, только сейчас это будет универсальный увлажняющий гель для кожи «Комфорт», который обеспечивает плавное скольжение при нанесении, подходит для массажа, не нарушает естественный уровень pH кожи, вот, но идет он именно для комфортных отношений. Она идет как формула с афродизиаками, эффективное увлажнение и комфорт, и незабываемое впечатление
впечатление без ощущения липкости. Вот он сейчас такой вот новой упаковочке. Артикул, ой, как мелко, 8703. То есть такая вот красота. Ну что ж, давайте я его вам покажу. Я знаю, что его очень многие заказывали, очень многие потеряли, очень многие спрашивали. Но на мой взгляд, на ощущение он каким был, он таким и остался. Честно скажу, что да, по-моему, так каким был, таким остался. Далее, вот такая вот красота у нас с вами появляется. Это Бонжорно из линеечки. Да, тут очень много всякого, да. У нас есть и Таиланд, и Бали, и Бразилия, и Багамы. Теперь у нас появились Мальдивы. Ну, что могу сказать? На Мальдивах я была. Аромат, конечно же, очень свежий, легкий и приятный. Я могу сказать, что он мне понравился. Такой вот цвет действительно напоминает лазурный берег Мальдив. А вот аромат у него такой вот легкий, какой-то расслабляющий микс кокоса и франжипани. Да, может быть, действительно, кокос он расслабляет. Ну, я думаю, что он будет нашими любимчиками. Но пока что вот мой любимый гель для душа – это Пуртужор. А второй – это вишневый цвет и хлопок от Ботаники. Этот как-то вот не занял прям особое место в моем сердце, хотя на Мальдивы вернуться хотят все, кто там побывал. Это действительно такой вот, как вам даже сказать, тишина, такой вот рай, тишина, где действительно очень много умных мыслей в голову приходит, и хочется туда приехать еще раз именно за этим вот спокойствием, да, не за лазурью, не за белыми песками, а именно вот за этим вот спокойствием, которое очень-очень приятно. Лично было для меня. Для меня это Мальдивы, это спокойствие, это тишина, это куча рыбок, да, что-то вот такое, да, у меня такое вот впечатление возникло. И могу сказать, что да, аромат, он совпадает, он прям вот к тому моменту и есть. Так, конечно же, купоны 50%, это не все, у меня их много. У меня еще, наверное, где-то две таких же пачки. Я еще не отсняла предыдущий заказ, но из-за того, что ко мне приехали в гости девчонки, мы снимаем воронку, ходим на фотосессии, и, конечно, мне не очень есть когда. Сейчас еще буду вам рассказывать ощущения про новое белье. Оно тоже мне досталось в VIP-новинках. Значит, это идет бюстгальтер без косточек с 3D фиксацией. Я так понимаю, новые цвета, что ли, у них вышли. Значит, цвет бежевый, размер 2XL, артикул 810-412. Так, значит, вот такая красота идет. Но я уже знаю, что мою грудь он не удержит. Да, и с чашечками, и без чашечек он мою грудь не удержит. Но предыдущие бюстгальтеры размером XL, не 2XL, а XL, у меня, конечно, забрала Катюша и сказала: мама, это самое клевое, что вообще могла выпустить компания Faberlic. Они просто бомба. И она их носит до сих пор и кайфует. И мне говорит, что это просто мега-вау, закажи мне еще, все время говорит. Но так как был только мой размер 2XL, мне пришлось только его и заказать. Вот, ну, что могу сказать? Да, моя грудь сюда войдет. Да, действительно, все здорово. Но он такой же точно, как и предыдущий. Видите, да, он все тянется. У меня грудь средних размеров. Больше среднего, я бы так выразилась, да. У меня есть лишний вес. И грудь очень сильно увеличилась. И, конечно, это для меня все слабовато. Я вот сейчас вот это смотрю, да, я его еще примерила, конечно же, походила в нем, попрыгала немножко, для меня это слабовато, грудь болит, особенно перед женскими днями, когда грудь становится тяжелее и болезненнее, да, то есть у меня этот процесс прям так вот ярко выражен, я могу сказать, что нет, он мне не подошел, мою грудь он не зафиксировал, у меня еще вдобавок грудь подрастянута из-за того, что было очень много молока, я уже вам это рассказывала, молока было много, я сцеживала очень много, прямо очень были большие, тяжелые, огромные груди, было очень мега много молока с обеими дочками, вот. Поэтому вот такая вот красота. Конечно же, 2XL я попрошу дочку, может быть, она примерит, потому что в прошлый раз я сказала, что мне бюстгальтеры не подошли вот эти вот, но дочь сказала: сама ты не подошли, да, они такие крутые, я вам зачем-то это все сказала на ютубе, они очень суперские, но у дочери молодая грудь, еще до сих пор не кормящая. Ну, нам 23 года, куда нам еще рано, я считаю. Ну, это вообще ее дело. А вот, я в это дело не вмешиваюсь, ничего не спрашиваю, но могу сказать,
сказать, что вот для меня они слабоваты. Рассказала все как есть, прошу прощения, кому было неприятно вот эти все откровения. Значит, артикул у него 810-412. И сейчас вот такая вот еще красота. Так, он тоже идет 2XL. Тоже был в VIP-новинках. И я вижу, что он точь-точь такой же, как и предыдущий. Вот, я так понимаю, что вышли... А, еще забыла сказать, что тут есть вот такие вот штучки, которые достаются, если они не нужны. И, в принципе, их можно убрать и просто носить как маечку какую-то, да. То есть они реально выглядят как маечка. И дочка моя их очень любит. И говорит, что и с рубашкой их классно носить, и с маечкой их здорово, удобно носить. И вместо маечки... Они очень даже ничего, да, то есть тут и рисуночек какой-то есть немножечко, да, что-то чуть-чуть так симпатично очень, так выдержанно хорошо смотрится, то есть не скучно. И видите, вот эта вот задняя часть, она реально большая, и он реально смотрится как маечка, вот, что очень-очень приятно. Так, сейчас еще после белого бюстгальтера я вам покажу трусики. Так, значит, белый бюстгальтер, интересно, какая-то тут штучка есть, да? Не знаю, что это такое. Может, магнитик какой-то, может, еще что-то. Не могу понять. Так, ну, это не брак. Это во всех бюстгальтерах есть. Вот, значит, вот тут очень хорошо видно рисуночек. Посмотрите, да? То есть вот эту вот красоту видно. А дальше, значит, давайте я его лицевой стороной. Ну, вот они реально у всех есть. Что-то как будто вырезано, да? Видите, такая штучка интересная. Значит, дальше... Такие вот три крючочка вшиты. То есть это абсолютно бесшовное белье. Мне кажется, на белом очень хорошо видно. Да, то есть, ну, швы кое-где и есть, но это такая малость, если честно. Петелька регулируемая. То есть бретелька регулируется по всей длине. А, да, три ряда петелек и один ряд крючочков. Три штучки, да, то есть все хорошо, все замечательно, великолепно, вкладыши во всех трех цветах достаются, все идентично предыдущему, тут очень хорошо видно вот этот вот узорчик, очень приятный, косточек нигде никаких нет, то есть он абсолютно мягкий, да, то есть вот я его в одну кучку собрала, вот, вот эта вещь, она не мнется, ни в стиральной машине не деформируется, не ломается, вот это вот весьма таки толстенькая, я бы так сказала, подкладочка, вот. Вот, то есть лифчики очень сильно, ну или бюстгальтеры, скорее всего, да, прошу прощения, да, очень сильно комфортные, мега супер сильно комфортные. Вот, поэтому, ну, я у Катюшки спрошу, если она на самую тугую застегнет, тут подтянет, если ей не подойдет, то, конечно, у меня в них очень сильно прыгает грудь. Вот, это девушкам, ну, у которых... Ах, как даже выразиться, грудь более упруга, что ли, да, то есть вот таким образом могу сказать. Ну и давайте посмотрим на новинки трусики, которые мне тоже достались по ВИПу. Первые трусики идут размер 2XL, трусы слипы бесшовные. Значит, помните, я своей дочке брала трусы слипы бесшовные, которой 10 лет, и они на ней просто великолепно смотрелись, но она их буквально после двух стирок, они на ней сильно растянулись, скорее всего, они были не по размеру. Ну, во-первых, видите буквы, да, степень просвечиваемости этих трусиков, поэтому я посмотрю на эти и сравню, да, то есть у меня вроде как такого нету недостатка, вот, ну, трусики, в принципе, мне нравятся. Бесшовное белье сейчас, конечно, в очень сильной мега-моде, потому что именно это белье, ну, вот видите, да, просвечивает вот то, что тут написано, то есть они вот такие вот, да, то есть вот подкладка тоже просвечивает, вот это вот, ну, что гигиеническая защита получается, тоже все буковки видно. То есть такие нежные очень белые трусики. Я считаю, что они будут очень комфортные, очень приятные, хорошенькие. Да, жаль, что у нас перестали выпускать красивое кружевное белье, его очень не хватает. Значит, у трусиков артикул 504-821, но сейчас очень в моде такое вот обычное простое белье, да. Это то же самое, только с размером XL 504-820. Значит, у меня просто нечаянно задвоилось. Вот, но смотрите, в размере XL, у меня еще есть трусы слипы с завышенной талией, вот, и сейчас увидим, да, очень хорошие такие тоже, завышенная талия, то есть очень-очень приятно, очень они нежные такие, хорошенькие. Так, а какой же у них состав?
Так, 67 полиамид, 33 эластан. То есть они не натуральные трусики, как вы уже поняли. Очень хорошо пружинят, тянутся. Вот эта вот резиночка сверху, в принципе, да, она такая туговатенькая, но очень эластичная. То есть она будет хорошо растягиваться. То есть сшито все великолепно. Никаких нареканий нет. Вот как за ними ухаживать. Я думаю, что я их все себе оставлю. Очень даже хорошие трусики. Трусиков лишних не бывает, это точно. Так, ну что ж, мои дорогие, я думаю, что я вам все показала. Белье действительно стоящее, но не на всех, как вы поняли, да. Катюшке оно действительно понравилось, она с удовольствием носит, и ничего с ним не случилось, она не растянулась, ничего. Ей очень нравится, да, то есть мне нет. Для меня это уже все в прошлом, я ношу большие бюстгальтеры, которые мне действительно грудь держат хорошо. Итак, значит, балконеты я очень люблю от компании Faberlic. Ну что ж, мои дорогие, всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео. Это были новинки 7-го каталога 2024 года.